сколько бы ни было дел. И Мин находит время позаботиться о своей увеличившейся семье. Как известно, в канун 2019-го у него и Алены Гавриловой родилась девочка, которой дали божественное имя Афина. Тогда Агаларов впервые опубликовал у себя в блоге свою прогулку с коляской, где лежала малышка. Больше всего вопросов было о том, когда же певец покажет дочку, а не коляску. Наконец, Имин решился, и показал на небольшом видео, как учит трехмесячную кроху плавать. И, конечно, вызвал целую волну умиления у своих подписчиков. Как здорово купаетесь. У папы на руках ничего не страшно. Очень трогательно, писали они. А еще, ух ты, какая она крохотная, а уже плавает. Здоровья ей крепкого. Вам как отцу нужно дать медаль как одному из самых заботливых, внимательных и потрясающих пап мира. Напомним, после появления на свет Афины Имин взял небольшой перерыв в работе, чтобы насладиться общением с новорожденной и помочь ее маме, Алене Гавриловой, с малышкой. После рождения Афины Агаларов стал настоящим многодетным отцом. Ведь у него уже подрастают два сына, десятилетние близнецы Микаил и Али, рожденные в предыдущем браке, с Лейлой Алиевой. Кроме того, певец помогает экс-супруге воспитывать приемную дочь Амину, а нынешней супруге, ее 11-летнего сына Рустама, от первого брака. Довольно долго, пережив неудачные семейные отношения и развод, артист закрывал свою личную жизнь от поклонников. Он и теперь почти не дает комментариев о личной жизни и о том, что в ней изменилось после рождения дочки. Но не так давно его нынешняя супруга Алена Гаврилова дала комментарий, опровергнув слухи о том, что у них с Имином конфронтация с Лейлой Алиевой. «Мы все общаемся и в хороших отношениях. Дети тоже все дружат», — написала Алена в микроблоге.